Чувашия по-прежнему остается горячей точкой. Речь о температуре воздуха. Она поднимается до 35 по Цельсию. По данным метеорологов, такая погода продержится в регионе до середины рабочей недели. В четвергу ожидается похолодание и начнутся дожди. Пока же в МЧС подводят неутешительные итоги купального сезона. За истекшие 3 месяца на воде погибли 27 человек, из них 3 детей. Из 22 утонувших взрослых, 19 в момент утопления находились в состоянии алкогольного опьянения. В текущем году количество роста утонувших, помимо беспечности граждан, во многом поспособствовала жаркая и засушливая погода на протяжении практически всего лета. В текущем купальном сезоне в республике оборудованы и допущены к эксплуатации 12 пляжей и 130 специально оборудованных мест для купания.